Санаторий профилактории имени Челбадукова принимает в год больше 600 человек. Все они приезжают сюда отдохнуть и поправить свое здоровье, ведь именно здесь находятся уникальные вещества, благодаря которым так знаменита здравница. Они находятся в озере Махсагалох. Нижняя часть – это грязь, а жидкая – соляной раствор. Побольше узнала о целебной воде и побеседовала с отдыхающими Мария Урцева. Помимо грязелечения, в здравнице применяется водолечение. Для этих процедур используют соляной раствор – рапу. Ее берут из озера Махсагалох. Делаем рапные ванны. Очень используется хорошо при полоскании горла, как профилактически, так и при заболеваниях, при ангинах, например. В виде ингаляций, в виде примочек, это на суставы могут на какие-то, допустим, инфицированные незначительные ссадины на коже, очень хорошо. И полоскание горла, это в основном при хронических тонзиллитах. Из озера соляной раствор добывают вручную. После рапу заливают в специальный контейнер. При подготовке к использованию она разводится с водой. В чистом виде ее использовать не рекомендуется. Я приехала с проблемой остеохондроз. У меня все болело. Я начала проходить курсы массажа, электромассаж и ручной массаж. Грязевые ванны, вот ванная рапа. И мне намного стало легче. Лечебные ванны показаны при радикулите, ревматизме, нейродермите, псориазе, бесплодии. Улучшают состояние при болях и последствиях травматических повреждений костей, мышц и сухожилий. Это успокаивающая ванна и очень хорошо помогает кожному покрову. По суставным болям очень хорошо помогает. Как говорят медики, рапа соляной раствор уникальна. По свойствам она сравнима с водами Мертвого моря. Поэтому в поисках лучшего места отдыха и оздоровления не нужно ехать далеко, а выбрать Кимпендяйский санаторий-профилакторий. Мария Урцева, Тимур Шерижик, телеканал «Алмазный край».